Губернатор Ямало принял участие в семинаре-совещании по вопросу стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года. По итогам семинара-совещания губернатор Ямало Дмитрий Артюхов сообщил, что обсуждение касалось таких важных для округа тем, как инфраструктурные бюджетные кредиты, подходы к расселению аварийного жилья и выделению средств на эту программу, комплексное развитие территорий. Особое внимание уделили вопросам снижения административных барьеров. Обсуждалось то, как это все оптимизировать, как механизмы делать быстрее. Это уже ложится в проекты законов, которые принимаются в эти дни, в ближайшие месяцы. И это будет существенно упрощать. Для нас эта цель очень важна. Мы должны строить много. На Ямале очень большой вызов по строительству. Нам нужно строить и новую социальную инфраструктуру. Это больницы, школы. Нам нужно строить много жилья, строить его быстро и качественно.